С понедельника начинается Великий пост, и поэтому всех вас, отцы, братья и сестры, я поздравляю с этим событием. Пост всегда начинается с того, что мы примиряемся друг с другом. Мы просим друг у друга прощения, не только в это воскресенье прощенное, но и в течение всего поста мы стараемся сохранять этот мир. Воздерживаемся от определенного рода продуктов, но главное, нужно воздерживаться всегда от плохих чувствований, плохих воспоминаний, чтобы мы свое внутреннее пространство, сердце очистили для того, чтобы божественная благодать смогла к нам прийти. Это энергия, энергия любви. Чтобы мы сами смогли принять эту любовь в свое естество и поделиться с нашими ближними.